Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья, сестры. Ночь предопределения, лейлятуль кадр, может быть, она уже прошла, Аллаху алям, может быть, она еще только наступит. Но побольше делайте дуа в эти ночи. Все, что хотите просить у Аллаха, субхану ва та'аля, из благого, за себя, за близких, за умерших. И отдельно, постоянно добавляйте дуа, которые... пришло в сунне пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, саалят Аиша, радаллаху анха, ан-наби, саллаллаху алейхи салям, араайта ин садафту лейлата л-кадри, фамаза акуль? Кал, кули, Аллахумма иннака афуун каримун, тухиббу л-афва, фаафу анни. Аиша, радаллаху анха, супруга посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, спросила: о посланник Аллаха, если я застану ночь предопределения и лейлата л-кадр, что мне просить? Как мне молить Всевышнего Аллаха? На что он ответил: проси, Аллахумма иннака афуун каримун, тухиббу л-афва, фаафу анни. О Аллах, ты, поистине, ты прощающий, щедрый, любишь прощать, прости же меня. Почаще это произносите дуа. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.